Коллеги, я приглашаю вас на школу Псистар. Она началась очень-очень давно, как мне кажется, наверное, 5 лет назад точно. Много специалистов, которые приходили тогда еще на первые встречи, посвященные школе начинающего специалиста, сейчас являются ведущими ТИН, спикерами ассоциации. Согласитесь, это очень заманчивое предложение. А наша школа — это тренинговые занятия, направленные на освоение навыков активного, эмпатического слушания, навыков умения выстраивать терапевтические отношения с клиентами и создавать доверительную, теплую отношению, способствующую изменениям. Мы стараемся не дублировать базовый курс, хотя некоторые вещи, связанные с терапевтическими отношениями, возможно, будут пересекаться. Но наша основная цель — это повысить некоторую уверенность в себе и дать возможность начинающему специалисту потренироваться в безопасной, принимающей атмосфере, делать ошибки, получать обратную связь, честную, но бережную.